Всем привет, с вами канал Кэматалекс. Сегодня наконец-то приехала моя долгожданная посылка. Эту посылку я называю посылка 2014 года. Как вы знаете, это Комик-кон 2014. Как Ever After High, так и Monster High. Но прежде чем я поеду и заберу свою посылочку, я переоденусь. И одену я свою единственную фирменную футболку Monster High, которая у меня есть. Как вы знаете, сейчас отдыхаю в Закарпатье, и я очень рада, что именно сюда приехала эта посылочка. Потому что в прошлом году свою ВБРЛ я получила именно здесь. Не знаю, какая-то такая приятная традиция. Ну что, поехали? Я забрала посылочку, мы поехали в пиццерию. Естественно, там я не распаковывала ее. Все было очень здорово, но я очень хотела ее распаковать и наконец-то посмотреть. Хотя бы для того, почему коробка такая большая. Ну что же, открываем ее? You wanna feel alive? You don't need to take a drug. You with me tonight. We can fly, we can run and be jumping up and down. We're in the clouds, we ain't never coming down. You're bound to be wild by the things I'm about. Итак, момент истины. Одна бумажка. И первая коробочка уже видна. Ever After High. Пузырики. Мы всей семьей любим их хлопать. Снова куча бумажки. Огромнейшая коробка. Очень большая. Да, теперь мне удивительно, почему такая большая коробка. Все. Я очень рада, что наконец-то получила эти две куколки. Ну, точнее, там их три, насколько вы знаете. Обязательно ждите распаковку и видеообзоры. Всем пока! In air, running fingers through your hair.